Я родился и вырос в Алмате. Мне повезло, я родился в замечательной семье. Мой папа достаточно известный человек в республике. Всю жизнь он меня учил. Ты должен сам решать вопрос. Так оно и получилось. Когда я вырос, я не стал ждать, когда папа мне поможет. Я просто пошел с девятого класса и 2 года практически занимался рисунком в Союзе архитекторов Казахстана. Поэтому при конкурсе 6 человек на одно место я совершенно спокойно поступил в Московский архитектурный институт. Я, к сожалению, не до конца там учился. Я уже на 4-м курсе вынужден был уехать в Ташкент и жениться. Ну, так получилось. Но мне поставили условие «или-или». И поэтому я был вынужден тогда уехать в Ташкент. И уже после окончания мы с женой приехали в Алма-Ату. Буквально через 1.5 года мы приехали уже в Алма-Ату. С ребенком на руках, с моей старшей дочерью, которая сегодня уже бабушка. Первое впечатление, да. Влад Александрович, высокого роста, статный, сразу видно, что архитектор. И мы подражали Булату Александровичу, как он одевался, как он ходил, как он разговаривал. Вот фотография. Это моя дипломная работа в 1977 году. Вот, получил золотую медаль Союза архитекторов СССР. И Булат Александрович здесь, вот он, молодой, еще. Вот. Это 1977 год. Он был моим консультантом. Качество Булата Александровича в том, что сделать профессию своей жизни. Жизнь, профессия у него одна. Это архитектурная деятельность. Ну, один из моих любимых проектов был, вы знаете, работать в реконструкции всегда трудно и тяжело. И как раз у меня была проектная фирма своя, и параллельно со всеми моими другими делами мне поручили запроектировать ресторан «Бородино». Этот ресторан был запроектирован и построен. И я там ночами пропадал, там доделал средства с рабочими, делал русты, там все это доделывал. И в конечном итоге, значит, у нас получилась мощная такая красивая входная группа с таким расчетом, чтобы человек поднимался, вернее, заезжал прямо на автомобиле по пандусу и прямо заезжал под этот вот козырек и потом выезжал. Булат Рухаевич, он внес огромный вклад, будем говорить, в нескольких направлениях. Первое, я думаю, что это то, что он сам как архитектор творческий и очень много спроектировал. Вот мы с ним ездили в Астану, он показывал все свои постройки, которые были сделаны, и очень красивые, значит, сооружения, которые, скажем так, активно входят в систему главного центра нашей столицы. Но кроме того, что у него очень большой вклад, это то, что он проводит большую научную работу, проводит большую педагогическую работу. И это очень важный момент, потому что наряду с тем, что у него он прекрасный практик, и вот эти все свои знания, которые есть, он все это еще, значит, передает студентам. И важно заключается в том, что Булат Рухаевич, он постарался, или, скажем, даже так, ведет постоянную работу, чтобы наиболее талантливые люди именно приходили в архитектуру. Ну, я приехал в институт и здесь сходу начал преподавать, причем с удовольствием работал и очень любил студентов. И когда я читал лекции, я всегда старался смотреть человеку в глаза, кого ты выбирал из общей толпы студентов. И когда я видел интерес, я продолжал говорить. Если вдруг у человека пропадал интерес, у него начинали тухнуть глаза, все, я тут же какой-нибудь анекдот рассказывал или какую-то жизнь с тем, чтобы сменить тему, а потом снова возвращался к этой теме.
Но я всегда убежден был в том, что главная задача вообще-то педагога, я пришел к этому мысли с годами, я считаю и буду считать, что главная задача любого педагога – это научить студента думать. Если это мы не сможем сделать, грош нам цена. И я очень горд и счастлив, что вот за всю мою педагогическую деятельность мною воспитан достаточно серьезный отряд архитекторов, которые сегодня уже серьезно проявляют себя в практике, серьезно работают, и многие из них достаточно успешные ребята. Вот вы спрашиваете об ощущениях. Вот я бы хотел сказать чуть-чуть вот, действительно не о регалиях, а об этом, именно об ощущениях. Знаете, вот ощущение, вот понимаете, такое, как бы сказать, полноты жизни, вот, человек, когда вот полнокровно живет, знаете, вот когда вот занимается любимым делом. Вот я долго вот не мог понять, в чем его секрет, его там харизматичности, обаяния, значит, такой энергии неиссякаемой. А потом вот, думаю, не ошибусь, если скажу, что у него вот именно вот любовь к своему делу, любовь к народу своему, к своей родине, вот действительно вот это. Сколько я с ним не общаюсь, вот, всегда вот что-то новое находишь, что-то такое, и вот заражаешься. Вы знаете, я вот помладше его, конечно, допустим. Вот нам хочется, знаете, как это, ну, люди старшего поколения, так называемые, да? Хочется перед глазами, вот пример, да, вот, как бы я в его годы буду, допустим, да, как бы мне хотелось, кем бы мне хотелось быть, на кого походить. Ищешь примеры, да, маяки. Вот Батыр Ханович именно такой маяк перед глазами, на которого хочется походить, на которого хотелось общаться с кем, на кого хотелось бы равняться. Вот Инда. Я член Союза архитекторов 74 года прошлого столетия, то есть уже 50 лет. И действительно у нас был свой дом архитекторов, где мы встречались, обсуждали, говорили. И жизнь была удивительно интересной и насыщенной. Вот. Мы обсуждали тогда проекты все. И ни один более-менее значительный проект не обходился без обсуждений именно в Союзе архитекторов. Споры были до потолка. Вот, невзирая на лица, в общем-то говоря. Но, тем не менее, это были удивительные, профессиональные, серьезные разговоры о будущем архитектуры Казахстана. Потому что в любой ситуации, как бы там ни произошло, все архитекторы и являются именно теми людьми, которые создают комфортную среду обитания человека. И именно они ответственны за то, что происходит сегодня за окнами любых зданий, потому что именно от них зависит, какой будет город. Комфортный, безопасный, красивый, удобный и так далее. Это все зависит только от архитектора. Ну, наверное, прежде всего, быть настоящим мужчиной, да. Это ответственность, это порядочность, это вот дисциплина, и не просто какая-то внешняя, но и внутренняя. Вот, как у нас говорят, по одежке встречают и по уму провожают. Вот это вот есть олицетворение Булата Райхановича. Он всегда был одет с иголки, он всегда улыбался. Я никогда не видел его каким-то грустным или свирепым. Вот, вот это вот, наверное, есть сдержанность. Это есть, наверное, одно из таких сильных качеств педагога, воспитателя, мужчины и человека. Я думаю, что прежде всего архитектор Казахстана – это человек, который в принципе, ну, конечно, он должен быть профессионально подготовленным человеком, без сомнения. Человеком, который в принципе знает свой предмет замечательно и теоретически, и практически подходит к любому вопросу. Но он еще должен обладать удивительно красивым сердцем. Он должен к любому проекту подходить с любовью. Потому что он проектирует любое здание, неважно, общественное это здание, жилое здание, он делает его для человека. Поэтому главным мерилом для него должно быть
масштаб человека. Если он делает для человека, он должен делать так, чтобы ему было там комфортно. Работать, жить, спать, размножаться, все что угодно. Но он должен чувствовать себя комфортно в том или ином здании, в котором проектирую я. Вот. Здравствуйте, меня зовут Арслан, я старший внук Булата Орхановича Куспангалиева. Да, ну, знаете, я не могу с вами не согласиться, для нас он не менее легендарный, чем для вас. Мы тоже всегда на него равняемся, он всегда удивляет нас своим внутренним спокойствием, своей такой доблестью, культурой. Мы всегда на него в этом плане смотрим, удивляемся и только мечтаем, чтобы к этому стремиться и быть похожим на него. Вот у Аташки такая аура. Даже если его нет дома, всегда чувствуется, что это его дом, кто хозяин здесь. Такая величественность присутствует во всех помещениях, в которых он находится. Даже вот сегодня, в первый раз я увидел его кабинет. Он такой очень аккуратный, такой, знаете, организованный. Вот, наверное, это как раз очень хорошо охарактеризовывает Аташку. Это как тупой человек, это вот Аташка. Да? Аташка, он интеллигентный. Очень поставленная, самая красивая речь, мне кажется. Любой тост — это всегда такой долгая, интересная речь. Там, что еще? Очень культурный искусствовед, архитектор, образованный. Ну, это он такой и дома. Как бы это сильно не меняется. Но как бы это просто совмещается с тем, что как бы Аташка у нас идет в паре с Ажекой. И они больше как вместе репетентируют как бы нашу семью тоже. Да, тандем. Тандем, да. У них очень такой тандем. Искусством пахнет, потому что Ажик у нас тоже художник, в Союзе художников Казахстана. Вот. Поэтому очень культурные и творческие люди. Да, Аташка очень у нас оратор, сильный. И он всегда нас этому учит. Он очень заботливый человек. То, как он заботится об Ажике, о нас, это признак такой искренней любви. Мы его очень любим. Вообще Аташка очень пример для подражания. Аташка очень добрый, с ним всегда есть о чем поговорить, он очень заботливый, всегда приносит какие-то конфетки, булочки, там, мороженое, нам рассказывает всякое интересное там, о его жизни, об истории, про архитектуру. Ну, короче, не соскучишься с ним. Да. Ну, мы, например, с Азимой как бы вместе постоянно ездили к ним на ночевки, и там мы ездили в обсерваторию, да. Это так называется, да, да, на звезды смотреть. Это было тоже интересно. В такие музеи мы ездили, и у них постоянно ночевали. С Ажекой, с Аташкой вместе играли. Постоянно гуляли, в рестораны ходили. Ну, в общем, с ними вообще книги покупали красивые всякие там. Вот. Да. Что, да. Занимались нами наши. Да, Аташка всегда нас привозил, увозил, когда они забирали нас всегда в этом плане. Да, то, что они всегда не жалели нам игрушки, все покупали. Вообще. Но главное, полезное, да, и интересное, с изюминкой должно было быть каждое. И игрушка, и поход в обсерваторию. Мы не могли пойти просто в хэппи-лонд. В обсерваторию обязательно. Тут подход, собственно. Да. Наташка всегда поддерживала какие-то мои хобби. Если я там хотела рисовать, он покупал мне холсты, там, краски, там, карандаши, то все, да. И еще кроссворды, вот. Он всегда любит решать, да, кроссворды. И вот иногда вечером сидим перед телевизором и можем... Так, нас проверяют на знания. На знания, да. Аташка, он очень любит Ажеку. Как бы. Ну, как бы это не самая типа, популярная на самом деле ситуация для людей, которым 80 лет и которые живут много лет. Но у нас в семье это так, например. У них на самом деле любовь, у них на самом деле тандем, у них реально союз людей, которые как бы взаимодействуют уже много лет, и у них еще общие, они же оба архитекторы, как бы. И вот я желаю всем, как бы, чтобы они нашли такой свой тандем, людей, которые, как с человеком, который будет похож на тебя, друг тебе, вот. И он до сих пор покупает маме Ажеке булочки в перерыве от уроков, едет в Колибри, покупает Ажеке булочки, приезжает домой, отдает эти булочки и опять на работу едет. Да, они вообще вот сладкоежки. Да-да-да. Мороженое. Всегда найдет время для Ажеки. Да. Большая тарелка мороженого и булочки. Ну вот, он же забрал ее с Узбекистана. Вы же знаете? Мы знаем, вчера он был. Да, да, он же реально влюбился, увез ее реально. Все, вот мы учитесь, сидим. Мальчики, учитесь.
Да, кстати, да. Аташка настоящий джентльмен. Джентльмен. Да. А она влюбилась голубоглазого, высокого, белого. Ну а кто бы не влюбился в брюнета? Да, брюнет. Класс. На самом деле Аташка Булат очень добрый, но выглядит очень важным, серьезным. Но с родными, с близкими он очень, на самом деле, очень добрый, очень такой теплый. У нас хорошие отношения. Возможно, я учусь терпеливой, ну, чтобы быть терпеливой, как Аташка. Более добрым, серьезным. Ну, как бы быть добрым, но при этом оставаться серьезным. Люблю рисовать. Я считаю, что мне этот навык передался от моей Ажеки и Аташки, потому что моя Ажека, Смуглиева Азада, тоже рисует, у нее очень красивые картины. И также моя Аташка Булат, Кусмангалиев, архитектор. Желаю Аташке здоровья, чтобы у него все получалось, успехов, чтобы все в жизни было хорошо. Крепкого-крепкого здоровья, духовного обретения и успехов. Я, конечно, бесконечно благодарен людям за то, что вот они меня признают, они со мной хотят работать, общаться, трудиться и шагать по этой жизни. Я благодарен своим друзьям, с которыми мы строим вот сегодняшний Союз архитекторов, сегодняшнюю Академию и сегодняшнюю казахстанскую архитектуру. Вы знаете, апогеем работы любого архитектора является реализация его проектных замыслов в виде строительства площадки. И поэтому авторский надзор, который осуществляет любой автор над строительством, это вот и есть смысл жизни любого архитектора.